Здравствуй. Здравствуйте, меня зовут Катя. Мне 5 лет. Очень приятно, Катя, с тобой познакомиться. Катюша, расскажи нам, какая твоя любимая игрушка? Птичка. Angry Birds зовут. Да? А какая она цветом у тебя? Синего, клювик желтый, глазки белые. А как ты с ней играешь? Что она делает такого интересного? Она у меня игрушечная и мягкая. Да? Я с ней сплю. Да? Она никак там не болтает? Нет, не болтает. Ну хорошо, ты ее очень сильно любишь, да? Ты прям когда ложишься спать, тебе так приятно, да, с ней? Да, Катюш? Угу. Ты же с ней спишь, да? Ну хорошо, Кать, а стих нам расскажешь? Угу. Давай. Отвези ребенка в сад, мама рада, папа рад, не мешает мне то, делать это, делать то. Можно спать до 10, на полку выпуните. Ну, забыть на винном месте. Выпить кофе граммом в 200. Можно что-то посмотреть, кроме Маши и Медведь. На базар сходить за сыром и убрать всю квартиру. Час прошу и 2, и 3. Что-то чагостно внутри. Без ребенка дома пусто. Без ребенка дома грустно. Ну-ка, папа, быстро в сад, казачье дитё назад. Я опять ляжу здесь в дом, завтра снова в сад пойдем. Ну, какой у тебя интересный стих, да? А песня нам скажешь какой? Давай. Сердце крепкое, не сломается, не расклеится от дождей в юг. Добрый день не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Добрый день не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Молодец, конечно. Мы поссоримся и помиримся. Не разлить водой, сучат все вокруг. И там дальше я не знаю. Ну, ты так много спела, молодец. Давай покажем ручки. В другую сторону. Посмотрим в одну сторону. В другую. Вокруг себя. Покажи, как ты улыбаешься. А загрустить можешь? Ну, лучше улыбайся. Молодец. Спасибо, Катюш.